на какую камеру, скажите? Сказать, что русская речь богата словами со множеством значений, не сказать ничего. Что ты представляешь, когда слышишь слово «пилот»? Холеного француза из Air France, который управляет огромным Боингом. Кстати, у него есть скидка в 50% в самые дорогие бутики мира. Пилот – это может быть раллийный гонщик, который умеет… Пилот – это гонщик-раллист, который умеет делать то, что не умеет ни один другой мужчина в радиусе 100 километров. Рядом со мной сейчас, по крайней мере, нет ни раллиста, ни пилота Боинга, но есть другой пилот, которому без сомнений можно довериться в условиях экстремальной украинской зимы. Всем привет! Это «Зимняя модная штучка». Сегодня утром, когда я ехала на Хонде Пилот на работу, практически на каждой радиостанции ведущие утренних шоу очень эмоционально рассказывали о том, что какой ужас происходит на дорогах Киева, как много снега выпало, какие бедные, несчастные водители, они очень долго стоят в пробках, и это все невыносимо. Ребята, если водитель знающий, он, мне кажется, справится с такой вот снежной, может быть, местами экстремальной зимой, даже на Черри-Кью-Кью. Но если страшно, если нет уверенности в себе, то я не думаю, что правильный выход – это залезть дома под плед, включить доктора Хауса и до марта месяца поставить машину в гараж. Люди врут по тысячам причин, но причина есть всегда. Покупайте Хонду Пилот. Страх уходит сразу. Наверное. Да. Сказала. Сейчас у меня запланирована встреча с нашей сегодняшней гостьей. Все по-честному. Эта девушка самая первая отправила свою анкету на участие в программе «Модная штучка». И вместе с ней мы будем не только обсуждать автомобиль, но еще и кататься на лыжах. Привет! Лыжница! Ты уже готова? Конечно, все с собой. Ну, багажник у нас большой, я предлагаю сейчас не тратить зря времени, не загрузить это все и ехать. Мои лыжи уже там. Осталось добавить мои. Ты хорошо катаешься на лыжах? Буду стараться. Я тоже. Помещается? Все влезло. Поехали. Какая большая машина. Да, такая не маленькая, как однокомнатная квартира. Да-да, особенно в длину, так точно. Но на самом деле тут есть еще один ряд сидений, но я их решила пока не раскладывать. Тем более там наши лыжи. Нет, я догадываюсь, почему ты сегодня выбрала эту машину, но все-таки. Но мы же должны доехать все-таки на склон, где можно покататься на лыжах. И давно ты на ней ездишь? 2 дня. Нравится? Нравится, да. Ну, конечно, с такой погодой еще бы не нравилось. С такой погодой, мне кажется, это идеальный вариант. Поскольку изначально автомобиль делали для Америки, а у американцев семьи большие, то абсолютно логично, что здесь очень много места. Помимо того, что багажник большой, есть еще вот такое вот потайное отделение. Ну, тут сейчас у нас какие-то щетки и рекламки. Но самое главное, что здесь есть третий ряд сидений. Вот я на самом деле не знаю, как он поднимается, открывается. Наверное, вот так. Один. И два. Наверное, стоит проверить, насколько удобно туда забираться, и есть ли там место. Мы приехали в город Васильков, и здесь мы должны встретиться с Тарасом Королевым, человеком, который побывал во множестве, я думаю, что не в одном десятке экспедиций, который состоит в клубе внедорожных приключений. И наверняка он, как никто другой, знает, на что способен, если не внедорожник, то кроссовер зимой. Тарас,
раз. Многие водители, покупая себе автомобиль, который не является внедорожником, а по сути есть просто большим кроссовером, считают, что они могут покорять любое бездорожье, любые дороги, в любую погоду. Что на самом деле можно делать на этой машине зимой? Ну, я бы их не винил за это. Ты посмотри, что делают, что в рекламе говорят. В рекламе говорят, что все, ты себе купил танк. Ну вот они и ведут себя как на танке. Вообще мне нравится этот бренд. Пилот, ну насколько я знаю, это ближайший конкурент Pajero Вагона. Его нельзя переоценивать. Но недооценивать себя и автомобиль тоже глупо, особенно на зимней дороге. Попробуем? Конечно. Тогда предлагаю сразу сесть на Давай. Место водителя. Хорошо. Ты тоже выбиваешь ноги, да? Да. Правильно. Ну, конечно. Правильно, водитель. Два дня я езжу на Honda Pilot. И, честно, мне очень смешно, когда я стою в пробке, поворачиваюсь в одну или в другую сторону и вижу, как водитель какого-нибудь Land Cruiser Prado с вот таким вот лицом. Смотрит на меня. Что ты делаешь за рулем этого автомобиля? Что она делает на этой машине? Когда я первый раз села в этот автомобиль, я боялась, что не буду чувствовать габаритов, и мне будет сложно привыкнуть к его размерам. Абсолютно нормально, габариты ощущаются, все хорошо. Водительское место, может быть, даже немного напоминает кабину пилота. Очень информативная и очень функциональная приборная панель. И что очень хорошо, хондовская навигация работает в Украине. Мы сейчас находимся достаточно далеко от Киева. Вот, пожалуйста, Зоричча. А мне так удобно, так хорошо. Не знаю, я вот не поддерживаю все-таки вот эту дискриминацию, гендерную дискриминацию в плане автомобилей. Мне кажется, что у каждой девушки есть свой способ там, жизненный, там, скажем так, как она живет, как она проводит свое время. Наверное, вот так. У меня вышло. Вот. Куда говорить? Я не скажу, что места здесь очень много, но, по крайней мере, оно есть. И если у тебя в семье трое, четверо, а может быть, пятеро детей, то им будет вполне комфортно, и все они будут пристегнуты. А вот люк, конечно, классный, красивый, но я их боюсь. Знаешь, когда деревья падают? Да, давай так сделаем. Может, не так страшно будет. В этом году сколько деревьев попадало, ты вообще видела? Видела. Ужас. Ну что, может, поедем, да? Потихонечку. Я думаю, что да. Какие вообще самые распространенные ошибки допускают водители зимой? Ну, в частности, знаешь, водители кроссоверов. Я бы начал с общих ошибок, знаешь. Иногда людям на кроссоверах, вот, а-ля с полным приводом, особенно с псевдо полным приводом, да, не постоянным, а псевдо. То есть он там включается, подключает или переднюю ось, или заднюю он подключает, тогда он, когда считает нужным. Да? Это очень опасная штука, потому что им бывает очень обидно иногда за то, что, например, чувак на Ланосе чувствует себя лучше. Конечно. И он не может его догнать. И первая ошибка это вот это. Я не могу его догнать. Давай я попробую его догнать. Вот отсюда развиваются страшные аварии. Вот это первое. Второе, когда, ну, я знаю по себе, у тебя под задницей, извините, полный привод. Блин, классно. Он классно едет. Чувствуешь себя уверенно. Да. Понимаешь? Разгоняется полный привод гораздо лучше, чем монопривод, особенно чем задний, да. Ну, конечно. А тормозит он, как все. Законы физики никто не отменял. Да. Этого нельзя забывать. В нашей стране существует стереотип о том, что чем больше машина, тем она безопаснее. Может быть, если девушка едет на каком-то большом быстром внедорожнике, то ее никто не догонит и не обидит. Не знаю, конечно, насколько это правда. Да, это все как-то зависит от личных взглядов в большей степени. Пилот настолько большой, что даже шестицилиндровый мотор под его капотом выглядит достаточно скромно. Ну, раз уж мы капот открыли, наверное, стоит поговорить о технических характеристиках. Это бензиновый двигатель объемом 3,5 литра и мощностью 257 лошадиных сил. Он работает вместе с пятиступенчатым автоматом и
И, по-моему, это как-то скучно. Не буду тебя обманывать. Шестицилиндровый двигатель ест немало бензина. Но здесь существует одна хитрость. Когда едешь на небольшой скорости, отключаются два цилиндра. Когда автомобиль стоит, но он еще заведен, работают тоже только два. То есть отключаются четыре. Когда едешь, как говорится, на все деньги, работают все шесть. Ну, теперь надо подклеиться. Здесь подогрев сидений. Что самое вот важное. Я не в могу данный без момент. Него жить зимой просто. Да, это точно. Это очень хорошо. Не, нужно сказать о том, что он очень быстро срабатывает. Вот эта кнопочка «Хай», да. которая сразу так подогревает. И пока мы грузились, деле... мы успели немножко замерзнуть и вот сесть, да, сразу включить сейчас хорошо. «Хай». Самое интересное, о чем я еще с тобой не говорила. Сколько же стоит эта однокомнатная квартира на четырех колесах? Есть три комплектации, которые предлагает Honda Украина. Я должна повернуться, да? Есть три варианта. Первый стоит 300... А какая разница, сколько стоит второй? Я скажу про первый и про последний. Минимальная цена на Honda Pilot в Украине 356 тысяч гривен. Максимальная версия с навигацией, хотела назвать ее телевизором, но это не важно. В общем, максимальная стоимость 420 тысяч гривен. Много это или мало для полноценного большого кроссовера, решать тебе. Я люблю зиму только нужно когда ней... есть снег и мороз. Да, нужно к ней просто адаптироваться. Я думаю, ничего страшного в ней нет. Абсолютно. И много даже приятных моментов и возможностей для водителей в том числе. У тебя лыжный костюм не за 3000 евро? Не обшит как я уже говорила, изнутри. Да. Но я решила уточнить, потому что главное, что тепло, красный, меня видно. Красненький. Да, красненький. Очень важно не забывать о том, что полноприводный автомобиль равно как... Ага, извините. Но зато как он это сделал, Ух. Вот. Равно как и переднеприводный автомобильчик, оборудованные так называемыми гранатами в простонародье, да, которые передают вращение под постоянно изменяющимся углом на ведущие колеса. В данном случае это, ну, передние колеса, то есть почему постоянно изменяющийся угол? Мы же не можем не рулить, правильно? Мы же все время рулим. Мы же куда-то едем. Если нам пришлось вывернуть полностью рулевое колесо до упора в одну или в другую сторону, нельзя давать полный газ. Нельзя, потому что при этом может просто эту гранату вырвать. Элементарно вырвать. При этом сопровождается это все такими вот звуками ляп, пук и все. Оператора можно снимать? Я не могу так долго стоять. Можно с улицы снимать еще? И Люда сейчас выйдет. А ты лыжи брала в прокате? А теперь самое сложное. Квартиры. Я не могу. А мне за это заплатят? Хотела сказать, что задний ряд сидений очень удобен, но потом вспомнила, что он далеко не задний, он второй. Здесь можно самостоятельно управлять климат-контролем. Можно заряжать телефон, планшет. Стандартно есть подлокотник с подстаканником в спинке кресла. Переднего пассажира есть небольшой карман. Есть подстаканник еще один в двери, их два даже. Есть две такие большие ниши, карманы. А, не две, тоже три. И вот такая вот находка. Есть еще шторка на случай солнечной или очень солнечной погоды. И как тебе наш автомобиль? Самый главный вопрос. Он сейчас далеко, я хочу к нему. Не, вообще он хороший. Я думаю, что на каком-нибудь другом нам было бы сложно сюда добраться. Это точно. Слушайте, наверное, все, потому что я закрыла глаза, и я ничего не хочу больше говорить. Тарас, очень увлекательная была поездка, очень ценные, важные советы. Три основных... Надеюсь, они кому-то помогут. Конечно. Три основных характеристики, даже можно три слова о Honda Pilot. Первое. Я очень люблю оценивать автомобили по фактору честности. Этот автомобиль честный. Согласна. Он отрабатывает свои деньги. Мы все знаем не понаслышке, что небольшое количество автомобилей на рынке отрабатывает свои деньги. Второе. Большой. Он большой,
уверенный и комфортный. Третье, он проходимый. Он может немножко больше, чем обычный паркетник, немножко больше, чем обычный кроссовер. Что мы должны сказать на прощание? Спасибо. Ой, ой. У тебя выпал проводочек. Да. Проводочки выпадают. Наверное, нужно ехать. Да, ну все. Все, счастливо. Пока. И сели в одну машину. Я же, наверное, могу говорить свое мнение про автомобиль? Так вот, мое мнение. Эта машина мне нравится, по крайней мере, в условиях зимы. Во многих комментариях в интернете сказано, что в этой программе мы должны снимать только маленькие автомобили. Не согласна. Некрасиво. Плохо. Во многих комментариях в интернете сказано, что в этой программе мы должны снимать исключительно маленькие автомобили. Я не согласна в корне, потому что женская машина – это машина, в которой женщине, девушке, бабушке, если хотите, удобно и комфортно. Если она ездит на этом автомобиле и она умеет на нем ездить, это уже хорошо. У меня все. Это была модная штучка. Пока. Я должна была уйти в другую сторону.